мы находимся в Мариинском парке, и сегодня праздник йоги, йога-мира, праздник, большой праздник, и я хочу вам показать это прекрасное место. Сейчас начнем обзор, и я хочу, чтобы вы видели все самое лучшее, все, что здесь есть. Здесь есть много чего интересного. Вот начали с того, что уже мама танцует. А вот это же. Это передавается отлично. Смотри, как всегда. Смотри, веселые. Пойдем дальше, посмотрим, что здесь еще есть. О, йога-классы, обалденно. Супер. Большая площадка. Опять мы с вами. Конечно. Это ж хорошо, когда люди ходят в хорошие места. Интересно. Это замечательно. Друзья, если вы в поисках единомышленников по жизни, которые ведут здоровый образ жизни, вам на такие мероприятия, где проходит йога, вегетарианство, сыроедничество и все, что с этим связано, и есть такие у нас люди. Сергей, здравия, намасте. Это Gold Coach. Сейчас смотрим дальше. Матаджи, здравия. Здравия, намасте. Мне нравится. Да, и вот если вы хотите встретить людей, которые ведут здоровый образ жизни, вот вам на такие фестивали, такие места, также для тех, кто проходит у нас тренинг по семейным жизненным отношениям, этапы развития семейных отношений, вот это те места, где нужно встречать, познакомиться в этих местах, чтобы найти возможность своих единомышленников. Люди собираются по интересам, кто-то собирается побегать, попрыгать, кто-то занимается йогой. Это то, что происходит здесь, на фестивале йоги. Сегодня в 2 часов идет йога. Сейчас примите такой перспектив, чтобы посмотреть на лицо людей, которые ведут здоровый образ. Кто-то занимается, кто-то наблюдает. Даже те, кто не участвует, только наблюдает, это уже хорошее начало. Они заряжаются тем, что делают. Это прекрасно, пока. Да, йога. Сейчас мы посмотрим на эти прекрасные лица, эти физически заряженные глаза. Это Индия. Педалайф, да, друзья, для тех, кто в теме. Напоминаем, 25-29 июля. Город Киев. Парк Дружбы народов. Здесь уже написано, да, кстати, да, парк Дружбы народов.
фестиваль Веда Лайв. Больше деталей на Веда Лайв Кэмп. You're welcome. Кстати, вот это то, что я хотел купить. А мата же вы продаете уже вот эти... Да. И они у вас, я как раз заказывал на сайте, а что-то оплата не проходила. И я понял, не что... проходила, да? Нет, я заказывал 5 штук, и оно не прошло. Да. И мы продолжаем наше путешествие. Приобрели медальончики. Кстати, кто еще не приобрел, я вам рекомендую. Вот эти медальончики очень красивые. Они... Их можно носить же, да? Конечно. Можно носить. Он больше. Ну, я имею в виду, как бог, они, он не потеряет свою... Да, полезность. Там же шри-мантра и махамантра. Они не будут оплатить, думаете? Нет. Ну, в общем, не важно. Даже их можно дома... Я уверен. Их можно даже просто повешать дома, вот, прикрепить куда-то, они будут на молитве. И напоминаю, что фестиваль Веда Алайв, который будет 25-29 июля на парке Дружбы Народа. Вот деталь, которая, информация, которую можно найти. Мы продолжаем наше путешествие и посмотрим с этой стороны, что с нас происходит. И еще продолжается йога. В фестивалях есть возможность просто для себя принять, что такое йога. Разные направления, разные йоги, очень много разных йог. И попробовав, побывав на таком мероприятии, вы можете просто почувствовать, что это такое, и для себя определить, на какую йогу вам идти. В следующий раз уже основательно. И вот хорошо, это даже как мастер-классы, которые посещаем нам. И в другую сторону у нас натяжение по всей поверхности рук. Идет руки ровные. И концентрация внимания в работающем суставе. Друзья, рекомендую вам в следующий раз. Вы с радостью это сделаете. Опускаем руки вниз и снова поднимаем вверх, распускаем пальцы и натягиваем мизинец на себя и расставляем пальцы в стороны, как цветок такой делаем. Да, опускаем плечи вниз, лопатки соединяем и осуществляем ротацию по всей длине рук, такую скрутку от пальцев, то от мизинца, то от большого пальца, как вкручиваем лампочку. Концентрация внимания по всей длине рук. Заканчиваем. Опускаем руки, плечи вверх, вниз, вперед, назад. Расслабляем. Левую руку поднимаем вверх, сгибаем в локте и притягиваем руку к себе так, чтобы она у нас за макушкой посередине была, ладонь между лопатками. И здесь интенсивно раздышиваем грудную зону. Продолжаем наше путешествие на следующую поляну. Вот, друзья, еще раз хочу сказать, что чем хороши такие мероприятия, что можно попробовать разные йоги. Разные йоги, разные стили. И вкусить, что же для вас лучше всего в этом случае подходит. Для тех, кто еще никогда не занимался йогой, у вас есть возможность просто к этому прикоснуться. От простого наблюдателя можно перейти затем в активного участника. А здесь аллея различные. Везде лужи. Аксессуары прекрасные. Футболки. И здесь у нас еще одна поляна по йоге. Посмотрим, что здесь у нас. Сейчас здесь у нас за йога. Это более активная, какая ведущая активная. Сквад. Делаем сквад. Аватар йога. Черное море. Это реклама, я понимаю. Надо снять. Да, ребята. Вставляем на мосты себе вот так вот между колен. Старайтесь добить ладошкой ладошку.
Avatar Fest Home You Are для тех, кто захочет поехать на эту еду. Если вы знакомы с Кирпичом, пожалуйста, сейчас самое время его. Очень энергичный, активный инструктор. Всегда очень важно в йоге индивидуальность, харизма ведущего. Одни и те же, вы знаете, могут быть и те же упражнения, только комплекс, одна и та же крия, но которая идет под руководством разных людей, идет разный результат. Поэтому, прежде всего, кроме того, что когда вы определились, какой йогой вы хотите заниматься, очень важно выбрать правильного инструктора, который подходит вам по энергетике. И это очень важно. Я смотрю в эти горящие глаза этого инструктора, вот я бы пошел к такому инструктору однозначно. А поскольку личностная энергетика очень важна, и глядя на этого инструктора, я уже зажигаюсь, и мне хочется бросить все и начать заниматься йогой прямо сейчас. Хотя я уже сегодня свой крия уже сделал. Окей, продолжаем путешествие по Мариинскому парку, где сегодня проходит йога-фестиваль. И он уже закрывается, но до 10 часов здесь будет, пока солнышко светит. И здесь две такие большие огромные поляны, где собачки. И также ходят разные человечки, которые любят йогу, которые интересуются йогой. Прекрасный человечек, который дарит людям счастье, на постоянном продукте, на постоянном продукте, который продает натуральные продукты, чистые, экологичные, который занимается также йогой, помимо всего прочего. Еще вернемся, пойдем что смотреть дальше. А к вам вернемся, матушка. Отлично выглядите, шикарное платье. Какие здесь везде ручки всякие. Какая красота. Каждый раз что-то новое появляется на разных фестивалях, новые добавляются поделки. Кстати, коврики, кто не приобрел, я вам рекомендую. Кстати, коврики очень-очень-очень удобные. Я себе взял 2-3 коврика, их легко свернул на йогу, чтобы не тащить. Вот целая большая пластика. Положил в рюкзачок, и очень удобно, практично. Какую цену ваши коврики? 120 гривен, погонный метр. Погонный метр. Отлично, прекрасно. Благодарю за прекрасные вещи, которые продаете. Вот, и у нас еще есть сцена, друзья. У нас еще есть сцена, не только поляна для йоги, но здесь еще есть сцена. И что же на этой сцене-то происходит? А здесь, я понимаю, это доска фотографирования. И у нас мы здесь можем фотографироваться. Для того, чтобы сделать, надо будет сделать автопортрет попозже. Ари Мададжи. Окей. У нас готовится
нравится, что у нас здесь сегодня чистые преданные здесь, да, постоянно. Понимаю, что Кришна. Кришна. Что здесь у нас проходит за программа? Отлично, мы вышли на центральную сцену Мариинского парка, здесь мы еще не были, и посмотрим, что же здесь сейчас происходит у нас. А здесь у нас игра на музыкальных инструментах. Это очень... Анками? Оу, какие люди! Посидим немножко на месте зрителя. И расскажу очень прекрасное место. Концерт. Напоминаем, что сегодня день йоги в Киеве. Мы находимся в Мариинском парке. И сейчас на центральной сцене. Против солнышка немножко. Здесь много людей собираются. Поющие чаши. Если так все начинается, мы придем сюда немножко попозже. А сейчас мы продолжим наше путешествие по йога-фестивалю. Посмотрите, что здесь еще прекрасного и красивого.